Итак, друзья, всем привет! Сегодня смотрим на радиоактивность. Как всегда, нам помогает Mosaic Education. Ну и, собственно, что у нас происходит при ядерном распаде? Образуются бета-частицы, гамма-лучи и альфа-частицы. Ну, тут, конечно, анимация, без комментариев, поэтому не буду ее показывать. И смотрите, теперь альфа-частицы не проходят через бумагу. Бета-частицы через тонкую алюминиевую пластину. А вот чтобы гамма-частицы остановились, нужна свинцовая плита толщиной несколько дециметров. Вот так вот. Ну и где используются эти лучи, да? Они используются, чтобы уничтожать опухоли. Ну и теперь смотрим анимацию. Свойство, присущее всем радиоактивным элементам, заключается в нестабильности атомных ядер, которые без какого-либо внешнего воздействия способны распадаться и в результате радиоактивного излучения превращаться в ядра других атомов. Лучи испускаемых частиц в электрических и магнитных полях разделяются на три потока – на альфа, бета и гамма излучение. Альфа-лучи представляют собой ядра атомов гелия, состоящие из двух протонов и двух нейтронов. Бета-лучи содержат высокоскоростные электроны, а гамма-излучение является высокоэнергетической электромагнитной волной. За открытие радиоактивности Анри Беккерель и супруги Кюри в 1903 году получили Нобелевскую премию по физике. Поскольку радиоактивное излучение происходит вследствие распада ядер атомов, то это явление принято называть просто радиоактивным распадом. Из распадающегося атомного ядра в процессе альфа-распада удаляется ядро атома гелия, состоящее из двух протонов и двух нейтронов. При испускании альфа-частицы массовое число атомного ядра уменьшается на 4, а порядковый номер, то есть число протонов, становится меньше на 2. В результате бета-распада в ядре атома происходит превращение нейтрона в протон и электрон. Вследствие бета-распада порядковый номер ядра атома возрастает на 1, а массовое число не изменяется. В процессе гамма-излучения в действительности превращение атомного ядра не происходит, поскольку ни его порядковый номер, ни массовое число не изменяются. Возбужденное ядро атома испускает гамма-фотон, и его энергия снижается. Ионизирующее действие альфа-лучей очень высокое, поэтому их проникающая способность незначительна. Большая часть излучения поглощается простым бумажным листом. Ткани нашего организма поглощают альфа-лучи вблизи поверхности тела, поэтому и происходит поражение поверхностных тканей. Бета-излучение поглощается тонкой алюминиевой пластиной. Эти лучи проникают в наш организм намного глубже, чем альфа-частицы, то есть поражаются и более глубокие ткани. Самым небольшим ионизирующим эффектом обладают гамма-кванты, поэтому их проникающая способность очень большая. Для их поглощения необходимы либо толстая свинцовая плита, либо бетонная стена толщиной в несколько метров. Большая часть излучения проходит сквозь человеческий организм, но поглощенная часть, обладая высокой энергией, вызывает тяжелейшее поражение тканей и проникает в любые части тела. Под действием большой дозы радиоактивного облучения может возникнуть лучевая болезнь,
исход которой может стать летальным, а также из-за поражения ДНК впоследствии не исключены возникновения раковых заболеваний или отклонения в развитии. Явление радиоактивности широко используется на практике, например, для определения возраста археологических находок либо для лечебных целей. Одной из самых важных областей применения является лучевая терапия, при помощи которой происходит лечение злокачественных новообразований. Суть метода заключается в том, что гамма-лучи направляются на опухоль, здесь они скрещиваются и, суммируя воздействие, разрушают опухолевое образование. Данный метод, помимо хирургического вмешательства и химиотерапии, спасает жизнь многим пациентам. Thank you.